Итак, уважаемые зрители, несколько слов о моем слайдере для видеосъемки. Значит, слайдер этот индийского производства. Linear Camera Slider. Вот вы видите. Он у меня уже достаточно давно, чтобы я мог составить о нем какое-то впечатление. И рассказать об этом впечатлении вам. Он и сейчас продается. Продается достаточно успешно. И это свидетельство того, что, в общем-то, конструкция эта достаточно удачная для своего, для работы. Ну и я знаю, что много людей пользуются вот таким слайдером. В чем его основные конструкционные отличия? По моему опыту, любое приспособление для фото и видеосъемки, ну, грубо говоря, чем проще, тем оно лучше работает. И основа слайдера, на мой взгляд, это станина. То есть в чем заключается важность станины? Что такое станина? Вот сейчас я поднесу крупным планом. Если вы видите, вот сейчас немножко сверху, так вот, наверное, вот так видно. Вот эта вот черная металлическая полоса сантиметровая, это станина. Мне вот эта станина очень и очень нравится. Почему? Потому что, смотрите, сантиметр стали по всей длине, жесткой, тяжелой, неубиваемой. И самая главная проблема у самодельных слайдеров или у некачественных слайдеров — это вибрация. То есть, когда, допустим, вот я сейчас одной рукой буду вести, на легких слайдерах все равно будет вот такое дрожание, микродрожание, и это сразу чувствуется. Здесь же из-за того, что вот эта станина, она тяжелая, толстая, мощная и надежная, здесь нет никакого дрожания. То есть для того, чтобы как бы пошатнуть, ну, именно вот такие вибрационные проседающие моменты самого слайдера, это нужно очень-очень хорошо постараться. Значит, эта станина имеет снизу, вот сейчас я вам покажу, вот сейчас вы видите, по всей длине станины идут отверстия под штатив. Очень удобно, что эти отверстия идут под 3/4 и под 1/4 резьбы. То есть на данный момент у меня с одной стороны штатива, вот я сейчас показываю, прикручен один штатив мой Манфротто, и со второй стороны штатива прикручен второй штатив Манфротто. И вот эти штативы я могу расположить, смотрите, как возле самого края, потому что вот тут тоже есть резьба. Ну и со второй стороны тоже точно такая же резьба. С боков слайдера прикручиваются вот такие стопорные ограничители, они же лапки или подставки. Они служат для двух вещей. Во-первых, если вы, например, поставите косо слайдер, чтобы не поехал каретка, и, соответственно, ваша камера вот так лихо не ушла прямо на землю. Тут идут ограничители. То же самое вы сейчас видите, вот второй ограничитель с другой стороны. И одновременно, когда вы снимаете слайдер со штативов и ставите, допустим, на землю, эти ограничители служат подставками, чтобы не попадала грязь непосредственно в механизм слайдера. Какие еще плюсы у этого слайдера? Сама скользящая поверхность, она, принцип ее основан на трении скольжения. То есть она состоит из двух тоже достаточно таких мощных, видимо, алюминиевых полос. Вот. И по этим вот двум полосам скользит вот такая каретка. Сейчас я крупным планом покажу вам сам скользящий узел. Вот он. Там внутри имеются такие не то второпластовые, не то, не знаю, как правильно, я не спец, не полиэтилен, а, ну, будем считать, второпластовые прокладки такие. И вот таким образом я сейчас двигаю. Идет скольжение слайдера по направляющим. Что хорошо, что эта система не требует смазки. То есть, соответственно, вот эти вот направляющие мазать вообще ничем не надо. Просто сдут пыль там чистой тряпочкой, и все. И больше ничего не надо делать.
Регулировка усилия осуществляется вот в этим маленьким винтом. Сейчас я немножко отодвину. Он идет под крест, и вы можете каждую вот эту прокладочку либо увеличить трение, поджимая ее к телу, либо уменьшить трение. С той стороны каретки то же самое. Но я вам скажу, я один раз отрегулировал, и после этого вот одной рукой, как вы видите, я абсолютно легко двигаю эту каретку по направляющим. Собственно говоря, как осуществляется сама работа со слайдером. Вот, предположим, вы хотите снять, ну, например, вот эти листочки, да? То есть вы включили камеру. Так. Там, грубо говоря, навелись на резкость. Ну, я этого сейчас делать не буду, просто символически обозначу, как это все делается. Значит, после этого я обычно принимаю, у меня ноги становятся так, чтобы было параллельно линии слайдера. Двумя руками я отодвигаю слайдер на самый конец. И после этого, легонечко прижимая каретку, как можно плавнее, я двигаю камеру до самого конца каретки. То есть, собственно говоря, вот весь процесс съемки. Казалось бы, очень просто, но вот именно такое параллельное движение сделать фактически больше ничем нельзя. Есть еще стедикам, можно, конечно, стедикамом, но все равно вертикальные стедикамные движения присутствуют, будут, и фактически альтернативы вот этому слайдеру, в общем-то, ну не только этому, а вообще слайдеру по для того, чтобы сделать какую-то проводки, в общем-то, нету. Ну и кроме того, уважаемые зрители, вы всегда можете делать диагональные проходы. То есть, например, эту часть штатива вы опускаете, вторую часть штатива вы поднимаете, и у вас камера идет по горизонтали, тоже тем самым очень даже сильно оживляя кадр. То есть это, собственно говоря, его использование ограничивается только вашей фантазией. Длина этого слайдера рабочая 1,20 м. То есть, когда я его выбирал, конечно, много было мнений. Есть слайдеры по 50 сантиметров, есть по метру. Но я взял 1,20 м, это, на мой взгляд, оптимально. Почему? Ну, во-первых, 1,20 м это фактически ширина моей машины Ланоса. И слайдер вместе с упаковкой спокойно, перпендикулярно движению машины, ложится на заднее сиденье. То есть транспортировка — это тоже немаловажный, в общем-то, ну, причина. Потому что, например, слайдер 1,60 м, ну куда его в Ланос? Он ни поперек, ни вдоль не влезет. Это уже, в общем-то, какой-то геморрой, какие-то проблемы. Слайдер 1 м, ну хорошо, но все-таки чуть маловато. Вы знаете, иногда бывает, что надо все-таки немножко побольше. И в итоге я выбрал вот такую золотую середину, 1,20 м. И по моему опыту, как раз 1,20 м это та длина, которая для оптимальной, нормальной работы методичной, это вот, знаете, самое оно. То есть ни много и ни мало, самое в точку. Вот, купил я его где-то год-полтора назад. Использовал, ну не то чтобы сильно часто, но и не редко. То есть использовал я его как бы относительно постоянно. И впечатление вот именно об этом слайдере, индийское производство, Linear слайдер, ну не помню уже название, там в торце оно есть, у меня примерно следующее. Это слайдер, это отличная рабочая машина фото- и видеографа. То есть это, знаете, такая рабочая конячка. Она относительно недорого стоит. Кроме того, вот эта станина, которая у них есть, это мне очень нравится. Это прекрасное техническое решение, потому что никаких вибраций. Он простой, надежный, ну, как моя машина Ланос. То есть нормальный рабочий инструмент для постоянной каждодневной работы. Отсутствие смазки. Хорошая станина, удобство в переноске, неприхотливость. Все это делает именно вот этот слайдер, в общем-то, отличным помощником видеографа для съемки каких-то сюжетных объектов. Ну, теперь давайте
что называется, поговорим в двух словах о недостатках, которые я обнаружил. В рекламном индийском ролике, который они показывают, он есть в Ютубе, вы можете его найти. Там вот этот слайдер ставится на один штатив вот так, и там продавец, значит, радостно двигает туда-сюда камеры. То есть ничего не получится, на один штатив 1.20 м не становится. Будет ерунда. То есть я вам сразу говорю, что это тяжело. Этот слайдер требует двух штативов. Это не недостаток, ну просто вот так есть, как на меня. Второе. Какая фишка? Сейчас я вам покажу. Значит, в моем экземпляре, может в других по-другому, но в моем так. Допустим, если мне надо камеру, например, опустить вниз, то немножко перекашивается каретка, и двигать становится уже не очень комфортно. То есть появляется заметное усилие трения. Я вышел из ситуации следующим образом. Я всегда каретку двигаю двумя руками. Беру двумя руками, вот так, как я сейчас показываю, и легонечко прижимаю каретку к направляющим. И таким образом я устраняю вот этот перекос. И даже если камера у меня сейчас наклонена вниз, то есть центр тяжести ушел туда, то у меня каретка двигается абсолютно ровно и прямо. Ну, для этого я должен компенсировать немножечко вот этот люфт, который есть, рукой. Да, я бы сказал, что это, конечно, недостаток, потому что в других конструкциях слайдеров, допустим, где слайдер катится на подшипниках, там такого люфта нет. Но вы знаете, честно говоря, ну как недостаток? Ну, я абсолютно спокойно с этим справляюсь. Скажем так, мне это не мешает. То есть я хотел бы вам как бы честно рассказать все преимущества и недостатки. Вот, на мой взгляд, это недостаток. И если бы я оценил этот слайдер по 5-бальной шкале, то, конечно, балл за этот недостаток я бы снял. Но, опять же, этот слайдер на твердую фотографическую, видеографическую четверку. Этот недостаток мне лично не мешает снимать. Он есть? Ну, есть и есть. Ничего идеального не бывает. Немножечко прижал, двумя руками провел, этот недостаток исчез. Зато все его достоинства, о которых я вам говорил, они имеют место быть. Вот такие, уважаемые зрители, у меня впечатления о вот этом слайдере. Он является отличным помощником, он надежный, он простой, он не требует никаких смазок. Достал, собрал и спокойно стоишь, снимаешь. То есть это рабочий аппарат. Покупать или нет, вы, конечно, уже решайте сами. А я по 5-бальной шкале ставлю со своей личной точки зрения этому слайдеру оценку твердую четверку. Несколько слов, уважаемые зрители, по поводу крепления фотоаппарата или видеокамеры к каретке слайдера. Сам слайдер поставляется только вот с этой блестящей вот кареткой. То есть вот этот вот черный, ну, то, что вы видите, приспособление, вот, это было куплено отдельно, и вытаскивается он вот таким образом, то есть ослабляется винт, и вот таким образом легко снимается фотокамера. То есть я специально вот эту площадочку Giotto купил, вот она постоянно накручена здесь, для того, чтобы я потом мог, например, легким движением руки защелкнуть, раз, закрутить, и снова можно дальше снимать. То есть это очень удобно и избавляет от необходимости прикручивать камеру непосредственно вот к этой белой каретке. Ну и еще дополнительно мне понадобилась вот эта головка Benro. То есть это бюджетная головка, ну, на этом слайдере она себя полностью оправдывает, и я на ней спокойно катаю даже второй марк с бустером. Ну, сейчас вы видите, секундочку, я подниму штатив. Вот, сейчас прикручен тоже с бустером мой фотоаппарат Canon 600D. И объектив на нем Элечка моя 1740. То есть, в общем-то, вес достаточно такой немаленький. Ну, все это дело спокойно выдерживает. Несколько слов по поводу переноски слайдера. Для того, чтобы не поцарапать поверхность, я отдельно приобрел чехол в свое время. Он как раз
именно для этого слайдера. И слайдер очень аккуратно ложится в поролоновую, скажем так, подушку. Вот сейчас я подниму, чтобы вы посмотрели одну часть, например, вот он лежит сейчас рельсами, скользящей поверхностью вниз. Вот, вот сейчас смотрите, то есть там большая такая подушка, он кладется спокойно и застегивается сам чехол. У чехла имеются удобные ручки для переноски. Сейчас мы его застегнем. Молния, кстати, тут такая крупная, очень хорошая. Все, потом липучка застегивается, и после этого слайдер можно нести так, как вам удобно. С тыльной стороны есть вот такие набалдашники для того, чтобы предотвратить, если там, не дай бог, уроните падение. В общем-то, очень удобно и очень комфортно его переносить. И вот в таком виде он в мой Ланос поперек ложится на заднее сиденье, как раз получается очень-очень удобно. Ну что ж, уважаемые зрители, спасибо, что вы были со мной. С вами был Клима Вячеслав. Я рад вас видеть был на своем канале. Не забудьте подписаться на мой канал. Я вам желаю мирного неба над головой и всего самого-самого хорошего. До свидания.